Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Бхагаватам, песня 5, глава 13, продолжение беседы Бхарата и Рахуганы, текст 22. Перевод текста. Нет ничего удивительного в том, что просто осыпав себя пылью с твоих лотосных стоп, человек сразу получает право заниматься чистым преданным служением Адхокшиджи, которое недоступно даже Брахме и другим великим полубогам. Мимолетное общение с тобой подрубило корни моего материального рабства, гордыню, пристрастие к порочным доводам и неспособность отличать истинное от ложного. Теперь я свободен от этих пут, что удерживают душу в плену материи. Комментарий Божественной Милостивой Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Тот, кто общается с чистым преданным, непременно освободится от материального рабства. Именно это и произошло с царем Рахуганой. Слушая Джада Бхарату, он быстро избавился от всех заблуждений, возникших под влиянием мирской жизни. Доводы чистого преданного необычайно убедительны. Услышав их, даже бестолковый ученик избавляется от всех иллюзий и постигает тайны духовной науки. Нахьят бутам твад чаранам джарену бхир Атам со бхактир адхокша джемала Маугуртика дьяся самагамас чаме Дустарка мала пахато вихаха. Нет ничего удивительного в том, что просто осыпав себя пылью с твоих лотосных стоп, человек сразу получает право заниматься чистым преданным служением Адхокшаджи, которое недоступно даже Брахме и другим великим полубогам. Мимолетное общение с тобой подрубило корни моего материального рабства, гордыню, пристрастие к порочным доводам и неспособность отличать истинное от ложного. Теперь я свободен от этих пут, что удерживают душу в плену материи. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшур милитам яна тусмай шри гурве намаха шри чайтанья манавиштам стапитам яна бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатрувешча крипа синдувеевача вадитанам паванебхьо вишнавебхьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Царь Рахугана прославляет Джаду Бхарату с благодарностью за то, что тот посвятил его. И он говорит о кратковременном общении, маугуртика. Маугуртика – это значит на протяжении одной мугурты просто. Мугурта – это немного. Это 40 или 48, 45 минут. Но это короткое общение. И Шастра говорит даже не на протяжении мухурты, а на протяжении лавамматры, крошечной доли секунды. Общение дает человеку понимание смысла жизни. Царь поэтому прославляет в прошлом тексте, в предыдущем, 21-м, он прославляет человеческую жизнь, потому что она дарует такую
благую возможность. Потому что на сварге таких возможностей, он говорит, на сварге таких возможностей мало, невероятно мало. Потому что там, существа заняты другим. И ум затмевается еще больше от чувственного наслаждения. И он также говорит интересную вещь. Он говорит, Дустарка Мула Пахата Вивека. Он говорит о том, что я был погружен в ложную аргументацию Дустарка. Дустарка – это бесплодная аргументация, которой, в принципе, занят каждый человек в материальном мире. Просто бесплодная аргументация, бесплодные возражения. Или шушканьяя, или сухая логика просто, не имеющая никаких оснований в абсолютной истине. Не имеющая никакого корня в абсолютной истине, логика. Бесполезная, бесплодная. То же самое, что сухая шелуха, когда зерно уже отделилось от шелухи, и зерно провеяли, остается, на ветру остается шелуха, и она бесполезна, в ней нет ничего. Что было бы полезно, это просто скорлупа. И далее в 23-м тексте царь Рахугана склоняется, он говорит, что я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми святыми, которые странствуют по земле в облике детей, юношей, авадхут или возвышенных браманов. То есть он уже предлагает почтение абсолютно всем. Всем. Он не распознал в Авадхуте, в Джадабхарате святого. И поэтому он предлагает почтение всем. Поклоны предлагаю каждому из них. Даже если они скрывают свое истинное величие, пусть же эти души прольют милость на несчастных царей, которые нередко наносят им обиды. То есть очень, на самом деле очень сложно распознать преданного и сложно увидеть, распознать величие преданного, потому что ну, в силу своей скептической материалистичной натуры человек не готов оказывать почтение другим, и поэтому он склонен умалять достоинства других и возвеличивать свои собственные. И умаляя достоинства других, он не замечает попросту их, он не хочет их замечать. И так можно нанести оскорбление великим преданным. Потому что, кто знает, сегодня преданный не великий, а завтра он будет великим уже. Или, может быть, он просто не проявляет свое величие, потому что мы привязаны к довольно-таки материальному пониманию величия. И для нас великим является тот, кто в материальном смысле велик, тот, кто манипулирует большими деньгами, или тот, кто имеет много последователей, прославляющих его. Шрила Прабхупада в комментариях говорит о различных махаджанах. Он говорит, что для разных людей разные качества являются признаком махаджана. Он говорит о разных категориях людей, о докторах, которые
обещает выздоровление, он говорит о политических деятелях, он говорит о деятелях искусства, философов или о йогах. И он говорит, что для разных людей все эти, добиваясь выдающихся свершений на своем поле деятельности, являются махаджанами, но они не являются таковыми в действительности. И Махараджа Юдхиштхира в Махабхарате говорит, и Махапрабху также цитирует этот текст из Махабхараты. Он говорит о величии махаджан, которые действительно являются знатоками религии. И это известный текст Тарко Пратишта Шутайова Бхинна. Насавришир Ясьяматам на Бхиннам. Дхармасе Таттвам Нихитам Гухая Махаджана Янагатах Сапанта. Дхармасе Таттвам, то есть татва или суть религии, Дхармасе Таттвам. Нихитам Гухаям. Гуха – это невероятно сокровенное. Гуха – это то, что находится очень глубоко. Гуха – это пещера, другое значение. То, что сокрыто очень и очень глубоко. Гухаям – сокровенно. То есть суть религии необычайно сокровенна. Она не в показной религиозности и во внешнем лоске и в блестках. Но суть религии очень и очень сокровенна. Или потому что истинная религия не кричит о себе. Истинная религия сокрыта в глубине сердца. И увидеть ее, для того чтобы увидеть истинную религиозность и чистоту, для этого требуется определенное видение и чистота также. Махаджана и Нагатах Сапанта. То есть путь религии указан непосредственно махаджанами. Ямарадж в Шримад Бхагаватам определяет махаджан, он говорит о 12 махаджан, Свайамбур, Нарада, Шамбу. Что дальше? Каумара, Капила, Манух, Прохлада, Джанака, Бишма, Балир, Ваясаки, Ваям. Он говорит о 12 махаджанах. Свайамбу – это Брама, Нарада, Шамбу, Господь Шива, Кумара, Капила, Свайамбу – это Брама, Ману, Прохлада, Джанака, Бишма, Бали и Ваясаки – это сын Вьясадева, то есть Шукадева. И Ваям – это я сам, он говорит о себе, Ямарадж. То есть это те, кто являются образцами махаджан. Кроме этого, Шрила Прабхупада говорит о других, он говорит, ссылаясь даже на другие религиозные традиции или другие школы, и он называет махаджанам Шридхара Свами, который, собственно говоря, принадлежит к другой линии сампрадая. Он говорит о том, что великие поэты, бхакты, предшественники Махапрабху, такие как Чандидас, Калидас или Джайдев Госвами, также являются махаджанами. И далее, линия преемственности – это, несомненно, махаджаны. И у нас нет сомнений в том, что Шрила Прабхупада также является таким махаджаном. Ну что интересно, вот этот вот текст из Махабхараты Тарко Пратишта Шутайова Бхинна, Махапрабху произнес, и там говорится Тарко Пратишта, то есть никакой выгоды нету в бесплодных умствованиях и в спорах. Он говорит то же самое, что говорит здесь Махарадж Рахугана, что споры на самом деле бесплодны, потому что
Спора естественна для Кали-юги, и они не приводят к познанию абсолютной истины. И Махапрабху произнес этот стих тогда, когда путешествовал во Вриндаван, он пришел в Матхуру, и в Матхуре Господь Чайтанья предстал перед божеством Кешаваджи на месте явления Господа Кришны. И когда он увидел это божество, он начал танцевать, он начал петь святое имя, и экстаз проявлялся в нем естественно, он начал танцевать. И люди обступили его, потому что люди не привыкли такое видеть. Точно так же, как люди в Индии обступают, когда белокожие преданные танцуют и поют. И люди также в Матхуре, они обступили Махапрабху, и они смотрели, они дивились этим удивительным признаком экстаза. И в какой-то момент один браман из толпы присоединился к Господу Чайтанью, начал петь и танцевать вместе с ним. И они пели, обнявшись, и танцевали долгое время. И после того, как Махапрабху закончил петь, он отвел этого брамана в сторону, и он начал расспрашивать у него, кто ты такой, потому что как ты способен проявлять вот такие признаки экстаза, для тебя это заразительным оказалось. И браман сказал, что в прошлом его святейшество Мадхавендра Пури проходил здесь, когда шел в паломничество, и он увидел меня, он посетил мой дом, он принял меня как ученика и даже принял пищу в моем доме. И тогда Чайтанья Махапрабху начал предлагать поклон этому браману. И браман очень обеспокоился, сказал, да я ничего из себя значительного не представляю, я обычный, простой, низкого класса браман на самом деле. Но браман пригласил Махапрабху к себе домой, и Махапрабху, и он начал служить ему. И браман захотел, чтобы слуга Махапрабху, Балабхадра Бхаттачарья, приготовил пищу у него дома, у брамана, и подал Махапрабху. Но Махапрабху не захотел этого. Он сказал, нет, я не хочу, чтобы Балабхадра готовил. Приготовь ты, и я буду есть то, что приготовишь ты. И браман сказал, но люди осудят тебя за это. Потому что я принадлежу к общине Санодия браманов. И Санодия браманы не считались высокого уровня браманами, потому что они служили священниками для среди вайши тоже были разные общины, и агарвалы среди вайши, это были те, кто строго следовали принципам всем. И более низкие вайши, калавары и санвады, могли пить вино. И браманы, которые были священниками для этих более низких общин, прослоек вайши, назывались санодия браманами. И они также считались не слишком высокими. И, соответственно, они считались оскверненными. И, соответственно, саньяси никогда не могли принять пищу в доме таких браманов. Но Мадхавендра Пури, который был гуру, Парамгуру Чайтанья Махапрабху, принял пищу в доме этого брамана, и этот браман находился на уровне Ишвары Пури, то есть гуру Чайтанья Махапрабху, поэтому Махапрабху сказал, нет, я приму эту пищу. И он произнес этот стих, Тарко Пратиша Шудайо Вибина, подразумевая, что Мадхавендра Пури был великим махаджаной, и если он принял там пищу в этом доме, то, естественно, для Чайтаньи Махапрабху будет честь принять там пищу также. И Махапрабху настоял на том, чтобы Санодия Браман приготовил и предложил ему пищу.
И он также сказал, что различные писания имеют различные мнения. И веды, пураны и великие мудрецы часто не сходятся во мнении. Они имеют различные мнения, что в принципе естественно. И Шрила Прабхупада в комментариях на эти тексты в Чайтанья Чаритамрите, он говорит о том, что существуют различные писания, существуют различные ведические писания, предназначенные для разных людей, разные гуны. Более того, существуют другие писания, существуют такие писания, как Библия и Коран. И какие-то принципы и какие-то положения этих писаний могут отличаться одни от других, что вполне естественно. Мы видим, что даже в Бхагавад-гите существуют различные утверждения, и существуют различные уровни презентации абсолютной истины для разных людей могут быть. И поэтому мы должны быть терпимыми к этому. И мы должны понимать, что бесполезно спорить. Поэтому Бхактивинода Тхакур также он призывал никогда не спорить и не критиковать другие религии. Но в этом нет никакой необходимости. Если люди поклоняются Богу, мы счастливы. Потому что какая-то религия лучше, чем никакой религии. Религия всегда позитивна в любом случае. И далеко не все люди смогут следовать вайшнавизм. Им нужны другие формы религии. Это очень естественно. Поэтому, если религия, какие-то другие религии предписывают человеку какие-то положения, какие-то правила, то смысл их заключается в том, чтобы ограничить человека в чувственном наслаждении. Шрила Прабхупада приводил часто этот пример, что если человек хочет есть мясо, то он должен в новолуние, когда нету луны еще, он должен заколоть козла на перекрестке дорог, прошептать ему мантру в ухо и прочее, прочее. И это предназначено не для того, чтобы закалывать козлов, но для того, чтобы ограничить человека, потому что новолуние, как минимум, но не чаще, чем раз в две недели, это уж точно. И ночью, такие ограничения, Господи, когда человек, мантра, ух, это уже лучше не есть этого козла. Принцип заключается в том, чтобы ограничить человека. Поэтому любая религия в целом, любая религия хороша, потому что она ограничивает человека в его животных наклонностях. И, хотя на самом деле абсолютная истина одна. Абсолютная истина одна, и на уровне абсолютной истины нет противоречий. Но поскольку люди не находятся на уровне абсолютной истины, то эти противоречия возникают. Это естественно. И даже в разных общинах вайшнава, в разных сампрадаях существуют различные правила, разные акценты в каких-то второстепенных вещах. И поэтому мы следуем Шриле Прабхупаде. Мы должны быть очень устойчивыми в этом понимании, что мы следуем Шриле Прабхупаде. Потому что люди спрашивают, ой, а можно есть там буряквы кадыш? А можно это, а можно то, Господи, а можно баклажаны есть? Мы следуем по этому Шриле Прабхупаде, потому что есть масса правил различных. И следовать всем им абсолютно невозможно. Потому что они противоречат одни другим. Поэтому очень важно для нас следовать Шриле Прабхупаде, не меняя его наследие. Шрила Прабхупада дал это абсолютное знание, он дал возможность идти по пути бхакти, как это доступно и возможно для человека очень развитой кали-юги.
И мы не должны переставлять акценты эти. Что удивительно, что даже на основе Шрилы Прабхупады преданные одной и той же организации умудряются спорить до хрипоты о каких-то зачастую несущественных вещах. Поэтому и Шрила Прабхупада, что интересно, он говорил разные вещи разным людям в разное время. Поэтому существует такое понятие, как герменевтика. Это умение или наука о том, как выводить выводы, делать выводы и понимать, что имеется, что подразумевается в том или ином утверждении, в какой момент оно было сказано, кому оно было произнесено, в какое время, в какой ситуации, в каких обстоятельствах это было разовое утверждение или это было на все века последующие. Чтобы оценить, этот человек также должен оценить свой уровень духовной жизни, следую ли я садхане, имею ли я какие-то корыстные мотивы, когда я делаю вывод, обусловлен ли я какими-то своими наслоениями ума, каким-то своим личным опытом или нет. То есть масса аргументов, масса предварительных условий, которые необходимо соблюсти для того, чтобы сделать правильный вывод на основе каких-то утверждений Писания или Ачарьи. Достаточно ли я смиренен? Хорошо ли я повторяю Святое Имя? И так далее. Это все влияет на выводы, которые мы делаем, нет сомнения. Поэтому мы должны быть очень осторожны в попытках своих опровергать в пределах ИСККОН. И мы видим, как был осторожен сам Чайтанья Махапрабху. То есть он слушал Сарвабхаума Бхаттачарью, долго слушал, прежде чем начать опровергать его. И он опроверг Кешава Кашмири, но он не унизил его. Он принял его. И мы видим, что когда он опровергал, то он, Махапрабху, когда он опровергал, то этот человек принимал. Тогда как мы кого-то опровергаем, человек, которого мы пытаемся опровергнуть, его точку зрения, он часто не принимает, но он, наоборот, ожесточается. И мы творим только конфликты. Мы не устанавливаем абсолютную истину, мы не проповедуем, но мы просто сталкиваемся лбами и ожесточаем свое сердце и сердца других людей. Конечно, Махапрабху был достаточно жесток, когда он поправил Валлабху Бхатту и сказал ему, что человек, который не принимает с вами, проститутка. Когда Валлабха считал, что его комментарий на Бхагаватам лучше, чем комментарий Шридхары с вами, который был в его линии, не в линии Махапрабху, а в линии Валлабхи Бхатты, Рудра Сампрадая, Вишну Свами Сампрадая. То есть, ну тем не менее, но это был реально принципиальный вопрос. Махапрабху позволил себе так сказать. И при этом гуру имеет право говорить какие-то жесткие вещи своему ученику, правду говорить, он не должен льстить ученикам. Потому что если гуру льстит ученикам просто для того, чтобы сохранить отношения, то он опускается на уровень этих учеников, и это бессмысленно. Он тогда не поднимет этих учеников. То есть гуру имеет право критиковать своих учеников. Но мы не должны имитировать это. В свою очередь ученик также должен быть готов к тому, что гуру будет говорить ему правду. Кого мы принимаем как гуру, это наш вывод уже. Это наш выбор. Так или иначе. Мы должны говорить правду, но мы должны уметь говорить ее правильно. Есть ли какие-то вопросы или дополнения? Здесь в стихе говорится, что человек сразу получает право заниматься преданным служением, получил по их собственному стал преданным. А Бхагавад-гите Кришна говорит, Брама Будда Прасаннатма, что человек должен достичь определенного уровня, чтобы получить возможность заниматься преданным служением. И если это зависит от общения, то есть милости, которую мы получаем, то что есть хуже тогда, чем бестолковый ученик, как говорится в комментарии, что мы не можем получить, мы не можем сразу справиться с иллюзией. Ну,
Ну, человек получает возможность заниматься преданным служением. В этом тексте Брахмабутта Прасанатма речь идет о переходе к бхакти из гьяны, с пути гьяны, когда человек обретает, или другой текст говорит о том же, бхагунам джанманам ананте гьянаван мам пропадете. То есть речь идет о переходе с уровня гьяны, но по милости человек тоже может получить это право. И когда в этом тексте Брахмабутта Прасанатма речь идет о служении на уровне освобождения, уже на уровне освобождения от материальной зависимости, попросту говоря. Но преданное служение не обязательно, конечно, настоящее преданное служение начинается там, но все равно человек может начать заниматься служением на уровне садхана бхакти, по милости, просто вдохновившись. Или даже какой-то элемент раги может быть, но это, ну, человек еще обусловлен в любом случае. Не обязательно он освобожден. Бестолковый ученик — это колоссальная боль, нет сомнения. Это колоссальная боль. Получает возможность благодаря общению избавиться от иллюзий. Да. А если мы еще не имеем возможности заниматься при этом служением? Даже сейчас вроде столько наставлений получится. Нет, мы имеем возможность. Мы занимаемся при этом служением. Просто чистым, да, чистым. Ну, что, если речь идет чистое преданное служение, понятно, что в абсолютной трактовке этого термина чистое преданное служение — это в освобожденном состоянии. Но садхана бхакти также может считаться чистым преданным служением, если оно совершается под руководством, в соответствии с правилами. То есть чистое преданное служение означает служение с чистыми мотивами, прежде всего. То есть у меня нет двойного дна, и я не планирую какую-то выгоду от своего преданного служения, какую-то материальную выгоду. Я чисто это делаю. То есть я прихожу, я делаю простые вещи, там я предлагаю светильник, да, ну, дипу, божествам. Я предлагаю, у меня нету концентрации на уровне самадхи. У меня есть материальные мысли, когда у меня нету такого великого экстаза. Я просто делаю это при помощи своих грубых чувств, при помощи тела. Но я искренен. Я искренен, и я не хочу ничего материального, я хочу предаться Кришне, и я прошу: Кришна, пожалуйста, прими меня. Это чистое преданное служение, хотя это садхана. В любом случае. Ну, ты же хотел что-то. Почему человек изначально склонен к пессимизму, к критике других материальных? Почему его такая природа? Потому что гуна такова. И в определенной гуне мы видим определенные вещи. В добродетели человек проявляет сдержанность, как минимум. В добродетели человек склонен хотя бы следовать этикету. Но в гуне страсти человек стремится возвеличить себя над другими, потому что он очень неудовлетворен. Он пытается возвеличить себя над другими и пытается сделать это, унизив других. И в гуне невежества у него все плохо, и поэтому он говорит только плохие вещи. Такая гуна. Ложное эго, аханкара также. Значит, вы вчера говорили про есть садхана ситхи, есть нити ситхи, есть крипа ситхи. И сегодняшний текст, он как бы больше про крипа ситхи, ну, имеется в виду, да, что по милости духовного учителя человек может махаджа может достичь уровня чем-то предослужения. Я пытаюсь для себя понять, каким процессом мы занимаемся. То есть мы занимаемся садхана бхакти, или мы как бы мы при этом более в милости. То есть вот это между крипа ситхи и садхана ситхи, где мы как-то между собой связаны?
Но Прабхупада говорил о Панчаратрике Видхи и Бхагаватамарге. Он говорил о двух рельсах. То есть мы мы не пытаемся стать авадхутами. Мы следуем садхане для гарантии, потому что садхана является страховочным фактором, страхующим нас. При этом мы стремимся обрести милость, нет сомнения. Точно так же Шрила Прабхупада, ну как бы в этом есть определенная двойственность, но это двойственность, которая не взаимоисключающая. Точно так же Шрила Прабхупада говорил о воспевании святого имени. Мы знаем Йогадхарма, Харинам Санкиртан, Харинам, 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 Эва Кевала. Вместе с тем Шрила Прабхупада говорил о Варнашаме. И в каком-то смысле это противоположное направление. Потому что Варнашама говорит не о Харинам, не о Бхагавата Марге. Это совершенно однозначное следование правилам и предписаниям. Правильно? Своей материальной природы, более того. То есть кто-то может сказать, что это вообще противоречит. Но тем не менее Шрила Прабхупада хотел это как страховку. Он хотел. Он не хотел, чтобы мы просто пели и пели и пели. И оставались хиппи, правильно? Он критиковал это. Есть много хиппи. Харе Кришна поет во всем мире ныне. Есть много хиппи, которые поют Харе Кришна. И что? Там нет никакой самбанди, часть. Или неверное представление о святом имени. Нас интересует чистое воспевание, поэтому он хотел, чтобы мы для страховки, мы были в правильном ашраме, чтобы мы следовали этикету и так далее. Какие-то ограничивающие внешние вещи. Поэтому мы следуем садхане, мы следуем панчаратрике и системе. Мы надеемся на крипу. Харе Кришна. По законам садханы сейчас завтрак. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.